Блаженный Максим, первый московский юродивый, жил в 15 веке. Он избрал один из самых трудных путей к спасению – мнимое безумие. На Руси очень любили юродивых, ценили их смирение, внимали их мудрости, высказанные подчас очень афористично и образно. Летом и зимой блаженный Максим ходил почти совсем нагим. Он говорил: «Хоть люта зима, но сладок рай». Блаженный Максим поддерживал и утешал простых людей: «Оттерпимся, и мы люди будем. Исподволь и сырые дрова загораются. За терпение даст Бог спасение». А его гневные обличения страшили знатных и неправедных. Он говорил: «Божница домашня, а совесть продажна. Всяк крестится, да не всяк молится». Блаженный Максим скончался в 1434 году. Его похоронили в ограде церкви святых князей Бориса и Глеба, в которой блаженный любил молиться. Через 100 лет на месте этого храма была построена церковь, которую освятили во имя святого Максима, Христа ради юродивого.